Активисты Одинцовского отделения «Единой России» в рамках акции «Новый год во дворе» поддержали праздник, который прошел на территории Жаворонковской школы. Праздник «Елка зажигает огни» был организован администрацией теруправления «Жаворонковская» и творческим коллективом культурно-досугового центра «Молодежный». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гости пели и танцевали, водили хороводы вокруг елки. После представления все дети получили долгожданные подарки от зимнего волшебника.